Всем привет! Сегодня я буду делать заготовки для украшения куличей. Я хочу сделать цветы из белково-заварного крема и просушить их в духовке, как обычное безе. Таким образом, можно заранее сделать такие заготовки, а потом останется только лишь украсить куличи. Делать я буду, я вот подготовила противень, застелила силиконовым ковриком, можно пергаментом застелить. И буду делать цветы и сразу отсаживать на силиконовый коврик. Сначала сделаю розы. Вот взяла насадку маленькая роза номер 104. Крем окрашивала краситель Топ Декор неоновый розовый. И листики буду сразу делать. Насадка листик галочка. Она у меня без номера. И крем окрашивала краситель Топ Декор оливковый. Эти красители я покупала в магазине Кондитер Ленд. Ссылочку оставлю под видео. Делать буду на вот таком металлическом конусе. Сначала делаю серединку. И делаю лепесточки. Лепесточки небольшие. Розочки буду делать открытые, поэтому вот сделала серединку и теперь начинаю открывать ее. Можно вот добавить крема вот туда, чтобы розочка не падала. Беру сухой краситель, цвет называется коралловый. Немножко окрашиваю. И вот заодно хочу посмотреть, как окрашены. И добавляю зелень. И вот сделаю небольшую вот такую вот подставочку из крема. И на нее отсаживаю розочку. Теперь буду делать ромашки. Насадка хризантема номер 81 для лепесточков. Белый крем. Для основы срезала пакетик и для серединки тоже срезала пакетик. Крем окрашивала желтый Топ Декор. Ромашки буду делать небольшие. И лепесточки. И делаю серединку, выдавливаю шарики. Можно немножко окрасить зеленым красителем, подальше отвести. И вот она такая более естественная получается. А отсаживать я буду, не всю основу захватываю, а вот только где сам цветок начинается, вот так, чтобы потом это красиво смотрелось. Еще я хочу сделать маленькие хризантемы, сделаю их серединкой, делаю желтые тычинки. И той же насадкой хризантема номер 81 делаю лепесточки.
И беру фиолетовый краситель. Можно крем окрасить, но так просто удобнее. Сделали ромашки и этой же насадкой делаем хризантемы. И можно добавить листиков зеленых. И также отсаживаю не всю основу, а вот только где начинается сам цветочек. Еще я буду делать нарциссы. Для лепесточков насадка прямая роза номер 127. Она где-то 1,8 миллиметров на выходе. В крем добавила немножко желтого крема. Для серединки насадка 125К. Вообще на серединку также можно любую розу, где-то 1,5-2 сантиметра. Крем окрашивала желтый топ-декор. И также понадобится пакетик с желтым кремом. Вот я сначала делаю основу, потом серединку делаю, центр ставлю, давлю и кручу гвоздик. Вот такую серединку. Кисточкой немножко ее поправляю. Оранжевым красителем окрашиваю только край и серединку. Можно окрасить кисточкой, можно крем окрасить в два цвета. И делаю небольшие лепесточки. Вот насадку вставляю в основание. Делаю такой небольшой лепесточек. Один, второй, третий. Четвертый и пятый. Можно кисточкой немножко вот края закруглить. Делаю в серединке тычинки из крема. И листики зеленые добавляю снизу. К основанию цветочка. Вот такие цветы у меня получились. Сделала я еще желтые нарциссы и гортензию. Как делать гортензию, я оставлю ссылочку под видео. Можете посмотреть, как ее делать. Теперь я эти цветы ставлю в духовку. Температура 90 градусов, режим вверх-вниз. Если у вас конвекция режим, то температуру ставьте 70 градусов, чтобы цветы не пожелтели. А точное время я вам скажу после выпекания. Выпекала я цветы 3 часа, потом духовку выключила и еще час они у меня остывали в духовке. Хранить такие цветы лучше всего в сухом месте, в контейнере. Ну вот они, совершенно сухие. И теперь можно украшать куличи. Ну вот такие куличи у меня получились. Покажу вам поближе. Ну и на этом буду прощаться. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!